Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Грешно смеяться над больными людьми. Алкоголики — это наш прошлый. Скажите, а это не больно? Все зависит от диаметра иглы. А в чем дело? Я объявляю голодовку. Хулиган! Волюнтаризм! Понятно. Нефть ищите? Свидетель. А ты не путай свою личную ущерб государственную. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Птичку жалко. Приготовились! Внимание! Начали! Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Да сухнет его карбюратор во веки веков! Она дала себе институт, вышла замуж и уехала! Невозможно работать! Вы даете нереальный год! Ты все-таки не косу получаешь, а живу! Добрачи с Клихосовской! Да мой сын идет за вами как привязанный! Ты еще дала шутраль, да? Это студент, комсомол, спортсмен, а конечно просто красавец. А вот я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев. Про зайцев. Про зайцев. Про зайцев. Про зайцев. Про зайцев. Руссо туристо. Облика морали. Что это у вас рукой? Поскользнулся, упал. Семен Семенович. Очнулся, гипс. Семен Семенович. Волка и сову. Дело есть у нас. В самый жуткий час мы волшебную кузим троим траву. Дурик. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас. В самый жуткий час мы волшебную кузим троим траву. Будете вы нас на тюрьме? Нет, уж лучше вы к нам. Достаточно одной таблетки.
Но это же не эстетично. Зато дешево, надежно и практично. Мама! Витя! Лёня! Идиот! Она все равно, она все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим троим траву. Дурик. Рюрикович мы. Имя, отчество? Иоанн Васильевич. Год рождения? 1533 от Рождества Христова. Где живете? В Палатах. Шутим. Вот вы говорите, царь, царь. А вы думаете, нам царям легко? У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы цари работаем без выходных. Меня уважаешь, Господи, Иван Васильевич. Два магнитофона, две кинокамеры, два портсигара. Пожалуйста. Речи с того, мёртв где-то плыл.